Для сотрудников зоопарка пополнение в семье овцебыков Фимы и Наны стало главным подарком. Пара уже 8 лет вместе, только сейчас появилось потомство. Малышка родилась 25 мая. Она уже всюду следует за мамой, изучает свой вольер, начинает пробовать листья и траву. Теленок овцебыка, когда появился на свет, он уже достаточно большой, порядка 8-10 килограммов. Но вот за 2 недели она практически удвоила свой вес, то есть сейчас ее вес составляет около 15-16 килограммов. Значит, что питается она хорошо, мама кормит ее достаточно. Вот, и все у нее будет в порядке. Она здорова, весела, бодра, и ее можно видеть каждый день. У овцебыков очень длинная шерсть, она может достигать до 1 метра в длину. Это их характерный признак. Такая густая и теплая защита помогла овцебыкам пережить вымирание в ледниковый период. Редкое событие произошло и в семействе аистов. В середине мая у них появились на свет сразу 4 птенца. Сейчас они уже немного подросли и окрепли. Детеныши растут очень быстро, поэтому видно, что им хорошо, еды им хватает. Они уже стали приставать в гнезде. Если первые дни они лежали, их было практически не видно, теперь они пристают. Они уже достаточно оперились, видно, у них перья уже растут на смену птенцовому пуху. Они уже начинают охорашиваться, то есть поправлять свое оперение, что птенцы вполне здоровы, бодреньки, чувствуют себя замечательно, как и их родители. С наступлением долгожданной солнечной погоды животных выпускают в открытые вольеры, и некоторые даже поют от радости. А кто-то уже открывает купальный сезон. Совсем скоро в зоопарке Лимпопо будут отмечать юбилей тигрицы Амуры. Самой большой кошке исполнится 10 лет. Артем Катков, Василий Низов, Объективно, ННТВ.